Пьяный военный прокурор. В Одессе патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился начальник отдела военной прокуратуры Южного региона Сергей Яровой в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, после того, как патрульные составили протокол, нарушитель пытался оставить в графе подписи свои комментарии, а потом вырвал документ из рук инспектора, порвал его, смял и бросил в лужу. В военной прокуратуре факт нетрезвого вождения своего сотрудника подтверждают. 1,76. Водитель в 9 раз превышает норму. Він визнав, по крайней мере, тут надаючи свои пояснения, він визнав, что він вживав спиртні напої в четверг ввечері після робочого дня, пізно повертався там після зустрічі з товаришами додому. Дійсно керував в стані алкогольного сп'яніння, однак він не погоджується з твердженнями поліції про його там негідну, грубу, хамську поведінку. Ну, це буде предметом розслідування. Сам провинившийся с журналистами говорить отказался. В прокуратуре сейчас проводят проверку. Она продлится месяц. На данный момент начальник отдела от своей должности не отстранен. По словам главного военного прокурора, за нарушение кодекса прокурорской этики нарушителя накажут по закону. 12-15 годин на добу фактично без вихідних. Напевно, не кожен витримає. Та ще й таку невдячну працю. Але ніхто не має права перетворюватися на мавпу з гранатою. Ніхто.